Дальше Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит в 61-м аяте. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ. А тому, кто станет препираться с тобой. Айджадаляка фи амри Иса ва фил хак. Насчет спорить с тобой по поводу Иса из-за истины. Мин бади маджаака мин аль-илм. После того, то есть относительно Иса алейхиссалям, после того, как тебе явилось что-то из знания, то есть би анна Иса абдуллаху расулю, то, что Иса алейхиссалям является рабом Аллаха и его посланником, факуль таалю, скажи им, приходите. Аслюгу слово таалю, основа его что? Таалю. Тафа'алю, от модели какой? Тафа'алю, миналь улю. Фастаскалити даму аля-лья фахузифат. То есть тяжело произнести даму над я, поэтому она была убрана. Вакаль фарра, фарра сказал, ма'на та'аль. Та'аль, слово возвышаться. Канна уякулю ртафи, поднимись. Над'у, ай джазм ли джаваб ламр. То есть факуль та'алю над'у. Маджзум, тот, кто знает арабский язык, баракулуфикум здесь. Маджзум, почему? Потому что это джаваб ламр, ответ на приказ. Валямату джазми сукуту льва. Почему? Потому что над'у, у него последняя буква больная. Наду абнана у абнакум, унисана у нисакум, анфусана у анфусакум. То есть мы призовем наших сыновей и ваших сыновей, наших женщин и ваших женщин, нас самих и вас самих. Киль, ученые говорят, муфасиры, абнауна, аль-хасан аль-хусейн. То есть мы призовем наших и ваших сыновей под нашими, имел в виду профсалсам, хасна и хусейн. Нисана под женщинами Фатима. Ва анфусана, имел в виду анна нафсау, имел в виду самого себе, ва алиен радалан, и али радалан. Валярабту сам ибниам раджуль нафса. То есть арабы называют двоюродного брата самим этим человеком. Камакаля Аллаху Тааля, как Всевышний Аллах говорит, валя тальмизу анфусакум, и не обзывайте друг друга, то есть сами себя. Валя тальмизу, не забывайте сами себя. Юриду ихуанакум, подразумевая под этим ваших братьев, то есть друг друга. То есть не обзывайте сами себя, имеется в виду, не обзывайте друг друга. Вакиля гуа аля умум ли джамаати ахлиддин. Кто-то же говорит, что здесь имеется в виду все мусульмане. То есть мы сами и вы сами, то есть мы всех в наш призываем мусульман, и вы всех своих христиан призываете. Суммам набтагиль. А потом мы помолимся. Абдулла ибн Аббас, ради Аллаху анху, говорил, айна тадарра фиддуа. То есть проявим смирение в наших мольбах. Каль кальби, кальби сказал, начтагит, проявим усердие, уанубаля фиддуа, и начнем излишствовать в вопросе мольб. Пали кисай у Абу Убайда, кисай Абу Убайда сказал, набтагиль, ибтигаль, что? Ибтигаль ильтиан. То есть имеется в виду, взовем проклятие. Юкалю алейхи бахлятуллах, арабы говорят, да прибудет на ним бахля, то есть имеется в виду ляна, имеется в виду, что ляна того проклятие Аллах. Фанаджалю лянату Аллахи аль-казибин, и призовем проклятие Аллаха на лжецов, вама аминкум, на лжецов минна, то есть с нашей стороны, вамикум и с вашей стороны, фиамри Иса в вопросе Иса алейсалям. То есть если вы лжете то, что он является сыном Божьим, то проклятие на вас не зайдет. Если мы лжем то, что он является рабом Аллаха и его посланник, то проклятие на нас не зайдет. Христиане отказались из Наджрана от этой мубахи. Инна хаза лахуа л-касасу л-хак, вама мин илахин илля Аллах, ва инна Аллаха лахуа л-азизу л-хаким. Каля та'аля, Всевышний Аллах сказал, инна хаза лахуа л-хасасу л-хак. Воистину это правдивый рассказ. Айнабу он-хак, правдивая весть. وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهِ И нету никого достойного поклонения, кроме Аллаха. وَمِنْ سِلَ تَقْدِرُ То есть здесь под «мин» подразумевается. وَمَا مِنْ إِلَهٍ سِلَ تَقْدِرُ وَمَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهِ Нет божества достойного, кроме Аллаха. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Воистину Аллах могущественный, мудрый. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ Фаин тауалляу, если же они отвернутся, ай араду ани лиман, отвернутся от веры, отвернутся от имана, фаин Аллаха алимум биль муфсидин. Поистине Аллах Субхану Тааля знает тех, кто распространяет нечестие.
Мы, баракаллаху фикум, затрагивали подобное с вами, разбирая уроки по усулю тафсир. Смотрите. Вот это место называется «Фаин тавалляу», если они отвернутся, Аллах же может сказать «Фаин Аллаха алимун бихим», то Аллах о них знает. Но Аллах как сказал? «Алимун биль муфсидин». То есть вот сейчас, то, что мы сейчас разберем, баракаллаху фикум, мы это уже не раз разбирали, еще раз напомню, указывает именно на то, что по-настоящему, по-настоящему наслаждаться красотой и чудом Корана может только тот человек, который знает арабский язык. Только тот человек, который знает арабский язык. Тот человек же, который, братья, не знает арабский язык, его наслаждение Кораном примерно как наслаждение глухого Корана. Представьте, глухой подошел к колонкам, включили ему на колонках Коран. Вот он как наслаждается. Вот примерно так же наслаждается Кораном тот человек, баракаллаху фикум, который не знает арабского языка. Эта вещь называется баракаллаху фикум «Алидхару фи маудиль идмар». «Идхару фи маудиль идмар». То есть те аяты, где Всевышний Аллах упомянул имя вместо местоимения. Хоть, по сути дела, контекст требует от тебя упоминания местоимения. То есть контекст требует от тебя сказать «Фаин таваллау», если они, то есть Ахль Китаб, люди Писания, от таваллау отвернутся от имана, «Фаин Аллаха алимун бихим», то Всевышний Аллах знает о них и, соответственно, поступит их так, с ними так, как они этого достойны. Но Всевышний Аллах сказал «Алимун биль муфсидин». Аллах знает тех, кто распространяет нечестие. И ученые говорят, в этом есть файда, польза. Какая? Во-первых, баракаллаху фикум алинтибакуль вас алейхим. То есть первая файда – это юфиду люмум, указывает на всеобщность. Аллах субхана таля знает каждого, кто распространяет нечестие. И эти люди, которые отвернулись от имана, являются одними из тех, кто сеет нечестие. И Аллах знает о всех, кто сеет нечестие. Второй момент, баракаллаху фикум, алинтибак аль васф алейхим. То, что получается в соответствии этого описания их поступку. То есть и тот, кто отвернуться, значит отворачиваться от имана является чем? Нечестием и всадом. И поэтому, баракаллаху фикум, ученые говорят, отвращение от религии, сам по себе отвращаться от религии, сам по себе является, то есть это само по себе является порчей. И баракаллаху фикум, ведь тот, кто отвернется от ислама, отворачивается от религии, он же вместо этого же что-то должен исповедовать. Потому что человек, отвернувший от ислама, не может быть ни на другой религии. Хоть на язычестве, но он будет. Потому что человек так создан. Вот так человек создан. Не может он не поклоняться кому-то. Либо Аллаху поклоняться, либо кому-то помимо него. Либо кому-то вместе с ним, более язубель. И поэтому в этом и есть фасад. И второй баракаллаху фикум, фаин Аллах алиму биль муфсидин, причина его порчи то, что если он отвернется в религии, то есть отворачиваться от религии само по себе порча, так еще станет причиной тому, что испортится все, что вокруг него, как Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит в Коране, «Вадараба Аллаху мафалян карьятан канат аминатан мутмаиннатан яатиха ризкуха рагадан мин кулли маканин». И Аллах привел в качестве притчи селения, которое пребывало в безопасности и покое, и они обретали свой удел и изобилие отовсюду. Факафарат бианум илля. Но они проявили неверие к милостям Всевышнего Аллаха, или перестали благодарить Всевышнего Аллаха. Фаазака Аллаху либас аль-джуи валь-хауфи бимакану яснаун. И Всевышний Аллах облег их в одеяние голода и страха за то, что они творили. «Фаин таваллю», поэтому если они отвернутся, «Арду аль-лиман», «Фаин Аллах алиму биль муфсидин», Всевышний Аллах знает о тех, кто сеет порчу. Видите, почему Всевышний Аллах упомянул здесь слово «порча» прямо словом вместо местоимения. «Ай аль-лазина я'будуна гайра Аллах», говорит имам Багави, «те, которые поклоняются». Всевышний Аллах знает тех, кто поклоняется кому-то, кроме Аллаха. «Ваядуна наса иля айбадати гайри ля». И те, кто призывает людей к поклонению кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, Аллаху алям. Братья, вы заметили, что Коран, субханава, не то что тафсир на каждый аят. Каждое слово подразумевает под собой огромное количество знаний. Каждое слово подразумевает под собой, или же несет под собой огромное количество знаний. Поэтому, Аллах, если Всевышний Аллах Субхану Тааля проявил тебе милость, ты изучаешь тафсир книги Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, знаешь, что это из милости Всевышнего Господа Субхану Тааля, из дозволения Аллаха Субхану Тааля, из тех признаков, что твое сердце не запечатано. Если ты баракаллаху фикум в исламе и видишь, что ты вообще никогда не изучаешь или не изучал слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, то есть их толкование, то есть вероятность, что твое сердце просто-напросто запечатано. Всевышний Аллах сказал, фаляйта дабаруна аль-Куран, амаляку любина аквалюма. Неужели они не задумываются, не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки,
То есть замки имеются в виду, их сердца запечатаны. Поэтому, баракаллаху фикум, если ты не хочешь печать, чтобы твое сердце было запечатано, а запечатанное сердце, а никакое благо не заходит, братья. Баракаллаху фикум, обязательно изучай книгу Всевышнего Аллаха Субхана. Я побуждаю, дай Аллах, чтобы мы закончили тафсир. Если кто раньше на это не обращал внимания, начните с сегодняшнего дня. Вот как появляется баракаллаху фикум новая запись, как вы ее прослушали, перед тем, как появится следующая запись, постарайтесь выучить. И представьте, этим самым вы объедините между двумя добрами. То есть баракаллаху фикум, получается, и выучите, и будете знать тафсир. Смотрите внимание, субханаллах. Да сколько вот удивительных слова Всевышнего Господа, субханаллах. Если человек, как сказал Всевышний Аллах, афаляет адабарун аль-Кур'ан, почему они не задумываются над Кур'аном? أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا